https://auto.b/barkmedibles4 необходим философский анализ / деконструкция / критика / что угодно. Сделайте на своем уровне. Выиграю 2000 рублей в споре. Опа, и материали. Ого-го! Ого-го! Ого-го-го-го-го-го-го-го! Необходим философский анализ, деконструкция, критика, все что угодно. Сделайте на своем уровне, выиграю 2000 рублей в споре. Поехали. Ой, господи. И всем привет, с вами Хаксол. И сегодня буду спидранить вот эту вот пить. Что? Бля, мы эту хуйню уже смотрели на самом деле. 700, стоп, точно 700 рублей? Я понимаю, что фантазия дело замечательное, но... ясное дело, плюс хайлайт. Блин, окей. Давай, давайте попробуем. Если 700 рублей проплачено чисто за хайлайт, чё, надо философский анализ, да? Блять, ну, слушайте, проебали 2700. Прошу прощения, материалиста, вы проебали только что 2700, короче. Я не знаю, как бы вам об этом сказать. Ладно, давайте, сейчас я сосредоточусь, я попробую. Тут минута, короче, минута видео, давайте попробуем. И всем привет, с вами Хаксол. И сегодня буду спидранить вот эту вот пиццу. Конечно, я буду... Ладно, давайте первую шутку сделаю. Я просто сделаю первую шутку. Первая шутка просто в заход пойдет, короче, потому что она нужна. Она нужна, эта шутка, без нее мы обойтись, в общем-то, не сможем. Так, о господи, это видео все-таки вошло в аналоговую. Буду запивать. Здравствуйте. В последнее время что-то совсем перестали вы меня, так сказать, жаловать своими деньгами. Ну, почти совсем. Наверное, это связано с тем, что у меня в очередной раз пришлось сменить номер карточки. Ладно, простите. Так, это первое, что я придумал сходу. Но это я уже делал. Спидранить пиццу нормально. Анализ философский. Ну, чел, спидранить пиццу. Мы это можем жевать больше часа. На самом деле у нас 700 рублей на это есть. Чувак спидранит пиццу. Это шедевр, я считаю. И всем привет, с вами Хаксол. И сегодня буду спидранить вот эту вот пиццу. Конечно, я буду запивать. А вы видели, как я спидранил рук? Лук. Я спидранил лук. Я ни в коем случае не троллю. Молодой человек просто... просто замечателен и прекрасен, он спидранит пиццу, и я уважаю людей, которые спидранят пиццу. Как я могу? Слушайте, он не атеист, он не христианин, он на меня не наезжает. Человек ест пиццу. Какие у меня претензии могут быть к человеку, который ест пиццу? Я просто люблю его. Бать ее, и, как вы видите, у вас секундомер стоит. Ну что, давайте посмотрим полностью. Я запускаю секундомер, и мы начинаем. Раз, два, три. Как вы видите, я съел эту пиццу ровно за 38 секунд. Я считаю, что это очень хорошее достижение. И если вы тоже так считаете, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если наберется 100 лайков, я продолжу такие видео делать. Но не обещаю. Всем удачи, всем пока. Пау-пау-пау, это пицца, это рэп от пиццы. Я пришла сюда, чтобы тебя убить изнутри. Я пларикну твою глотку и разорву ее, броу. Это спидран пиццы, пицца проникает тебе в рот. Ебаный тупица, я попаду в тебе в живот. Расхуярю твой желудок, понимаешь, бро, ты паскуда. Я пицца, я пишу на тебя диссы. Я проникну тебе внутрь и тебе уже не спится. Я пройду сквозь твой артвоус и разорву его. Я настоящая пицца, а ты тупое чмо. Я ж здесь, чтобы победить тебя, тупой мудила. Я пицца, убийца, пицца, убийца, пицца, убийца. Я пицца, пицца, убийца, yeah. Я
убиваю толстяков. Я здесь для того, чтобы показать, кто здесь король. Королевская пицца проникает в твой желудок, а потом проникает по венам, разрывает сердце, разрубаю тебе артерии прямо изнутри. Я пицца, на меня посмотри. Я пиздец, убийца, я тебя уничтожу. Мои солями, это что-то, боже, круто. Это вообще такая тема, ты никогда не справишься со мной. Я приду к тебе, чувак, и ты уже вообще не живой. Я вылезу из твоих ушей, я твои мозги превращу в овшей, блять. Я тебя поем, сука. Ты думал, ты меня съел, но тебе уже пиздец, не знаю, Кирюха. Кирюха, ты умрешь, ведь перед тобой пицца-убийца. Я острая, как нож, я острая, как еж. У меня на спине очень много колючек, а ты бомж. Я тебя расхуячу, потому что я люблю настоящих мальчиков, еее. Я пицца-убийца, 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 да. Пицца-убийца, 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 ма. Пицца-убийца, пицца-убийца, блядь. Тебе пора убиться, чувак. Тебе пора убиться. Это пицца-убийца, еее. Воу-воу-воу. Ладно. Ну пойдет, нормальный фристайл. Че бы еще? Че бы еще намутить? Че бы еще намутить? Что бы еще намутить? Тэм Хаксал. И сегодня буду спидранить вот эту вот пиццу. Конечно, я буду запивать ее, и, как вы видите, у вас секундомер стоит. Ну что, давайте не будем медлить. Я запускаю секундомер, и мы начинаем. Раз, два, три. Во. Как вы видите, я съел эту пиццу ровно за 38 секунд. Я считаю, что это очень хорошее достижение. И если вы тоже так считаете, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так. Сейчас, ребят, готовы съесть это? Готовы это съесть? Готовы это съесть? Короче, представьте, что я пицца. Я пицца! Я съем этого Хоксоу, заспидраню его сейчас за несколько секунд. Я пицца, и я съем этого пацана, короче, сейчас. Готовы? Засекаем. Опа! Вот мы и справились. За 38 секунд. За 38 секунд. Это что, ставьте лайки, делайте репосты. И мы продолжим этот контент, блядь. По-моему, охуенная тема. Ой. Ладно, давайте финальный, короче. Финальный заход. Я устраиваю спидран этого пола. Я доползаю по этой комнате, на животе, конечно, на животе, до двери. До двери доползаю на животе и обратно. Ребята, обратно до двери и все на животе это делаю, короче. Слабо? Слабо, короче-то. Сможете? Кто-нибудь сможет повторить таймер? Комната очень большая, на самом деле. Комната очень большая. Давайте попробуем сделать это. Давайте, блять, а как это? Секундомер нужен. Секундомер, ребят. Давайте посмотрим. Секундомер. Полетели. Сейчас. Раз, два, три. Ложись. Давай. Пол скользкий, блядь. Давай. Гусеница! Стиль гусеницы, блядь! Стиль гусеницы! Я смогу! Я смогу, ребят! Давайте разворот! Гусеница! Я ползу!
Я коснулся двери, я коснулся двери. Я возвращаюсь и как разворачиваюсь. Я бегу, блядь, я бегу. Я смогу победить. Я смогу победить. Смогу, блядь, победить. Опа, рекорд. Рекорд, ребята. Это рекорд, стоп. Стоп. Минута 21. Вызывайте санитаров. А ладно, все, хватит. Спидран комнаты. Слабо? Пройти спидран комнаты. Вот я понимаю, за спидранил. Мое почтение. Спидран лучше всех. Фух, блядь. Ебаный, как все грязно. Slow run, это slow run. Да вы попробуйте так пробежать. А, у меня голова теперь кружится. Ладно, давайте. Сейчас, сумаде напишу еще раз. Ладно, ребят, в общем. Мы заканчивали. Вы что, угораете? Что вы меня берете сюда? Надо меня сюда брать! Это вы кого выслали? Вы что, угораете? Какую дурку? Вы что, угораете? Что ли, куда вы меня? Уберите. Уберите. Вы тоже.